Всем привет! Сегодня 4 октября 2019 года. День у меня сумасшедший. Утром были встречи бесконечные. Готовится новый проект. 30 ноября крупный корпоратив на теплоходе River Palace. И вот я только доехал до офиса. Время 7 часов вечера. Это мой завтрак и одновременно обед и ужин. И я перенесся в ресторанчик, который находится рядом с офисным центром, и устроил себе мобильный офис. Сижу, работаю, готовлюсь к завтрашней очень непростой свадьбе в Немчиновка парк отеле. Завтра, чувствую, будет интересно. В моем блоге разруливаю все косяки и нюансы человеческого фактора. В общем, думаю, что все будет хорошо, как всегда. Итак, время уже начало 11-го, я закончил работать в ресторанчике, давайте я вам его покажу. Вот в нашем бизнес-центре есть такой ресторанчик Big, куда очень удобно ходить. Недавно его для себя открыл, он постоянно менялся. Вот наш офис. Раз, два, вот третий, вот это наш офис. И очень хорошо провел время. Во-первых, интернет лучше ловит, потому что у нас здесь глушилки стоят. Это вообще вечная беда интернета в бизнес-центрах. Сам бизнес-центр ставит какие-то космические цены. Они заключили договор с каким-то поставщиком, провайдером услуг интернета. И даже страшно сказать, какие там суммы, я их даже не озвучиваю, потому что у нас выходил какой-то лайт-тариф, с которым мы долго бодались, чтобы нам сделали такую сумму, выходило около 10 тысяч рублей в месяц. То есть это просто космос, мы дома столько за год платим. Ну, типа считается коммерческий интернет. Но поскольку у нас по большому счету два компьютера всего, и мы там бываем с женой, то мы решили эту проблему покупкой йоты. Но у нас тут тоже стоят свои глушилки, с этим как могут бороться, но йота все-таки пробивает. Вот, поэтому я взял йоту с собой и работал по сценариям, по мероприятиям, которые мне предстоят. Октябрь месяц будет очень насыщенным, нереальное количество, как я уже сказал, свадеб, мероприятий. Грех жаловаться, потому что я уже сижу, телефон обрывается от звонков, от новых заявок. И как-то в нашей работе, в условиях вот этого кризиса, который начался в 2014 году, очень все сильно изменилось. Если раньше был вал заказов, когда у меня в месяц выходило порядка 20-22 мероприятий, то сейчас, конечно, вы сами по моему блогу видите, когда и сколько я работаю, но грех жаловаться, потому что на фоне того, что у других творится, это вообще просто жесть. Поэтому я, с одной стороны, хватаюсь за голову, уже страшно трубку брать, а с другой стороны, я радуюсь, и хорошо, что так, что есть работа, и я могу быть спокойным и за себя, и за свою семью, за своих близких. Поэтому приходится вот все это разруливать, потому что провести мероприятие – это одна история, а подготовить, встретиться, пообщаться, провести сеанс терапии, особенно с невестами, которые боятся всего, им кажется, что все плохо, и мы все погибнем, мы все умрем. Вот. Ну, в общем, завтра у меня как раз один из таких проектов, когда очень много сложностей, нет организатора, это главная беда, потому что еще не все невесты, если говорить про свадьбу, поняли, зачем нужен организатор свадьбы. И поэтому появляется ряд косяков, там гримерки для артистов, технический райдер, бытовой райдер, встретить, провести и так далее. И вот завтра все это обрушивается на меня, и я понимаю, что, конечно, я с этим справлюсь, но каждый должен заниматься, по большому счету, своим делом. Но все будет хорошо. Классно прогуляться вот так после работы, выйти. Я вообще как-то стал ловить такие моменты, когда можно просто идти по тихому городу, дышать воздухом и замечать какие-то мелочи, мимо которых ты раньше пролетал с бешеной скоростью на машине и думал исключительно о делах. Ну, наверное, вот так вот и приходит старость к нам. Старость к нам приходит, да, если перефразировать известную рекламу Кока-Колы. Вот. А
октябрь, как я уже говорил, очень много юбилеев, деловых мероприятий, но свадьбы неожиданно просто откуда-то появились еще в таком количестве, что у меня их столько не было в моем блоге за весь год. Сейчас я иду к машине, я удивительно нашел парковку где-то 500 метров от офиса, бесплатная. И каждый день теперь туда ставлю машину. Вот так вот решил вопрос с парковкой. Долго думали, кому платить. Там закрылась парковка, офис взвинтил цены на паркинг, а тут бабах и бесплатная парковка. Но я думаю, наше любимое государство скоро эту халяву нам прикроет тоже. А, кстати, к вопросу о нашем любимом государстве. Мы в 2014 году думали, как бороться с кризисом, потому что наш последний офис, который мы арендовали, был на улице Шухова, дом 14, в бизнес-центре Шухова Плаза. До этого мы по-разному в разные года меняли географию офисов. Наш первый офис был на Никитском бульваре, на Арбатской, в особняке, в старинном. Потом мы из него переехали на Китай-город, где тоже арендовали целых два офиса. Тогда просто был какой-то вал свадеб, это просто было что-то нереальное. По 20 заявок на одну субботу, и будние дни были все забиты. Мы в двух офисах все это с трудом разруливали и платили какие-то уже бешеные космические деньги. Там офис выходил уже там порядка 150 тысяч. А потом переехали на Шухова, где была адекватная аренда, и до 2014 года там находились. Потом тоже росла аренда, и уже офис дошел порядка 100 тысяч в месяц. И вдруг 2014 год, когда вот этот случился кризис, доллар с 30 рублей стал стоить 60, люди стали экономить на праздниках, на мероприятиях, их сократилось не то что вдвое, почти на 100% все это пропало. И мы, конечно, тогда крутились как могли. Я наблюдал, как на Шухова бизнес-центре просто каждый практически божий день все съезжают, закрываются, банкротятся компании. И мы думали, что делать нам, потому что даже оплачивать офис там по 100 тысяч в месяц уже стало накладно. И тогда мы взяли все сбережения, накопленные на тот момент, и купили офис в бизнес-центре Порт Плаза в собственность. И в последующие годы как раз уже снова вернулись на орбиту, встали уверенно на ноги. И горе, что называется, не знали. Платили только там какую-то коммуналку, там порядка, не помню, там, ну, грубо говоря, 7 тысяч рублей в месяц. Оплачивали там парковку, адекватную стоимость, там порядка 4 там, тысяч в месяц. Вот. И вдруг, тадам, наше государство делает следующий финт. Они приравнивают кадастровую стоимость, вот офиса, если говорить про кадастровую стоимость, они ее приравнивают к рыночной. И тут начинается полный трэш, потому что наш офис оценивается в какую-то нереальную сумму рыночную, и государство выводит нам налог на недвижимость, налог на имущество 70 тысяч рублей в год. Это просто вообще нечто. Я не знаю, можно ли с этим бороться, можно ли это как-то судебно оспаривать или каким-то другим способом. Я знаю, что в недвижимости в частной можно это оспаривать, и люди как-то это судятся и выигрывают суды. А вот что касается недвижимости коммерческой, с этим, конечно, намного сложно. Сложнее обстоят дела. И вот мы уже второй год платим по 70 тысяч только за то, что мы являемся собственниками офиса, за который отвалили несколько миллионов. И платим, помимо прочего, там коммуналок и других расходов, еще и 70 тысяч в год просто за то, что мы собственники этого помещения. В общем, наше государство в этом плане волшебное и делает все, чтобы малый бизнес развивался, как нам говорят. Ну, к сожалению, это так. Вот, давайте посмотрим набережную. Метромост. Как раз он по нему метро едет. Тут вообще красиво стало, все отстроили, мы на перспективу покупали этот офис, и мы не ошиблись на станции метро Технопарк. Когда мы его успели купить, метро было только в проекте, и буквально где-то прошло месяцев 7-8, и метро открылось в 250 метров от офиса, что тоже сразу и офис залетел в цене, и
нам всем стало удобно. А теперь здесь все отстроили, напротив там русский Диснейленд, так называемый остров мечты, через дорогу на проспекте Андропова. И вот сейчас только закончили строительство набережной. Тут стало очень красиво, а будет еще лучше. Строят жилые комплексы, апартаменты. В общем, хорошее место, те, кто у нас тут бывал, знают. Ну ладно, поеду домой, надо отсыпаться и собираться на завтрашнюю свадьбу в Немчиновке, парк-отеле. И вот я уже дома, еду в лифте снова в 2D, и сейчас буду в 3D. Вон он, я третий. Что хотел сказать, сегодня в Инстаграме провел опрос на тему вчерашней игры 100 к 1. Кто считает, что мы, команда ведущих, победила команду актеров музыкального театра? И 100% моих подписчиков сказали, что мы победили. Ни один человек не сказал, что мы проиграли. Представляете, какую на нас это накладывает ответственность? Ну, будем ждать эфира, посмотрим, кто там победил. Таким вот был этот день, 4 октября 2019 года. До завтра. Пока-пока.